Чё вы прикопались-то к пристам? У вас есть две совы охуенные. Потому что иссушение на третьем месте по дамагу после кота Роги, и потом идет иссушение. А вы вот в свиту когда бьете, вы сейчас никто не падал или у вас кто-то попадал, пара человек? Да там никто не падал, трэш бежит. 8 мобов бежит, метеор падает, и 8 мобов бежит за Поклонским, и я такой с ним бежу вместе, заливаю веером. И ни один ШП не подумает, а может дать иссушение? Лучше бы ты так ВВК думал, когда выносил зеленую метку. За ШП. Ой, зеленую метку. Не помнишь, как ты упал за ШП ВВК на лорде? Поклон готов. Так ты не хилил меня. Так ты не прожался. Давай, ты за линию заходим, мы Грегор. Давай ты спулишь босса так, чтобы он в центре стрел на коне. Добегает до линии, короче. Чтоб так было, надо никому не шевелиться, блядь. Начинай. Сейчас ЛП прожимай. Блядь, уже лучше как-то. Причем здесь шевелиться, не шевелиться, если босс просто идет прямо на танк, ни влево, ни вправо. Но движение идет. Он идет на движение агрищего человека, побежали. Там это, вы попутали чуть-чуть фреймы, там стерео. Смит. Не могу бьют. Растут. Как дела у вас, танки? Что один, что второй. И под этот момент еще дали колесо льда. Молодцы, маги. Встали в квадрат. Бежали. Ну только не прожимай, там захваты всякие сейчас. Есть мод, нет. Ребята, чё не хилим про топала? Где волна исцеления сейчас была? Пол, я в жопу сейчас рву. Прожмись, Макгрегор. Давайте, этот Прай должен быть последним, его ID уходит уже. Когда зайти? Уже. Сейчас. Кто это воин, да? Чего? Боже, мы воин, здоров, скилл. Встаньте в кучку, вас сейчас срежет. Встаньте звездочку. Почему? Сколько процентов? 53. Каш, когда будет 51? 51. Иннер, не забудьте залить. 55. Половина уже. Понял, свет. Сейчас есть? Да, да. Доксон, выйди. Просто свету. Кузовного уже момента нет. Да. Встали в квадрат.
назад метку, бестмол смотрим, как выносите, то так надо выносить всю эту метку. Ну ёбаный ты по голове, сука. В чем прикол сейчас был? Убежали. Делайте что-то, не знаю. Меняйте пидорасов. Я тут. Семен, наноси метку. Так, надо выносить, правильно. Встанешь или нет? Как лужа пропадет, встану. Давайте мне нельзя раздавать. Бейте трэш, не бейте Халиона. Ну ёб, два хила во тьме. Не бейте Халиона. Убежали. Доксон, подними её. Блядь, пока это уже пройдёт, Вальди, наноси метку. Тогда можно зайти во тьму. Скажите кто-то или нет? Почему сейчас, когда... можно. Сейчас. На зипанк иди быстрее. Инерджи назад метку. Прожила метка где? Трэш заливайте. Тали в квадрат. Убежали. Дал каплю. Косин, давай гимна на ну. Вальди, гимна хп. Клон, дай каплю, пожалуйста, на аква. Свет, бьем только трэш, без нот поднимешь аплбокса потом. Достаешь аплбокс? Смещайтесь в квадрат. Срабт метка. Вот сейчас ты не туда нихуя несешь. Ну. Тут, блядь. Заебешь. Пулбокс метка. Хватает дамаги. Ману кому залить? Свет. Бежали. Козырному. Свет, стопайте дамаг, бьем только трэш. Беги, малышка, беги! Лучше сходил. Почему шман упал? Болезнь. Вот короче, что Актул Голы, что Ретрия. Вот ёбаный стыд, вот три вида меток. Вот слушайте внимательно, блять. Когда лезвия идут, блять, метку вы выносите, между двумя шарами вы идете посередине. Не, блять, не к тому шару, который за вами идет, не в тот шар, который перед вами, не ломитесь нахуй, а между двумя шарами идете по ходу движения лезвий, блять. Все две остальные метки, они идут тогда, когда лезвий, сука, нет. Они несутся ровно назад, блядь. Назад налево, сука. Назад к хвосту, блядь. Как вам еще да это понятно, описать? Но там были кругом лужи. Я тут уже втиснулась посередине. Меняйте их. Залили на связи. Здорово. Привет. Слот есть? Шаман есть у тебя? Есть, но хуёвенький. Блин, а ты чё, ник поменял? Зальвин, ты ник поменял? Возьми чё этот огурца тоже. Нет, ты мне его поменял. Есть кто угодно, кроме шамана и БДК. Говорю, ты ник поменял? Нет, ты мне его поменял, заебал. Или заходи на ШП, Вивальди уходит спать. Кто на ШП? Вальди. Кто заходит?
Действие врага. Если что, я кидаю ГП. Решение отключено. О, Заливин, у тебя шелок есть, да? Именно. Ты какая разница по ДПС, там все равно, да? Ну, локом больше. И сразу все равно больше дает ДПС. Ты 5,8 ШП? Не, 6,3 вроде. Стешься добивать Лему. А Лемов надо убивать? Короче, давайте я по-другому. Лази панк свет похилит козырной тьму. Ты на приколе, блядь. Бля, буду рвать жопу в свету. По-другому, только на удачу захилить там. Ты сразу да. 500 голды веду в обмен кинь, чтобы он хилил, блядь. Слышь, я так на передержках охоты кидаю. Козырная тьма, лази панк свет. Кому бафы еще? Чек на бафы. А по домам это есть. Каски. Под рулям. Он есть, наверное, баф. Бля, я уже путаюсь. Козырная тьма, а лазипанк свет. Ну, у нас же осталось 3, а нет, 4 пала. Каску под рулям, пожалуйста. Дайте каску. Вообще не ной по мне ты каски. Ну потому что Марат только прилетел. Алло. Это Олег, дай нам каску варм, не стоим попеть. Да все, сейчас отец раздаст. Всего 8 траев было. Три из них падал БДК во тьме, по-моему. Испуга назвал. Ну, я помню, на третьей фазе точно падал один раз, на второй фазе испуга 3. А вот сейчас тьма была без хила, и танк не упал. Да это, блядь, какой-то, не знаю, конченая удача. Кукловский здоровый, готов? Да, позырь, по-моему, не сел, я упал. Вот. Привет, готов, Поклонский. Кёрс готов. Ты готов, Макгрегор, начинай, как тогда начинал. О, вот это тема. Как всегда, я агрик. В квадрат. Дали. Ложим в рейде, давайте в квадрат. Трати должен стоять мне трэш. Найди панк. Ты смотри, это магма. Я так удобней, когда трэш мелкий умирает, подводи поближе большого голема. Поворачивайся, чтобы так было легче агрить второго и бежать от лапы. Я всегда так делаю. Побежали. Квадрат.
прожмись. Жмись, заходи. Бля, почти ты умер, Акма. Хорош. Как так-то? Заливин, взрывом бей. Заливин зашел, сукин сын. Бля, сори. Да, ты же. Молодец, молодец. Когда заходить? Хочу сейчас. И. Ну, Аква, нормально танчишь. Вот какая-то радость. Жек, метка. Смотри. Не совсем. Прожмись, не забудь, кровь. Вот. Я прожимаю незыблемость. Нет, заходим. Тест на меня. Фрост в свету. Фрост в свету. Косина дисплей. Талик квадрат сейчас побежит. Хиливая волна исцеления танка или мы упадем. Уху по рейду. Японский метка. Ох, ёб твою мать. Рост. Вот это сейчас был наплох хороший. Свет бьем только трэш. Кривая ручка. Во тьму рост не даем? Даем рост во тьму. Там тролли сидят, не дают. Так, чтобы мы не убили. Бежали. Тьма. О, свет, стоп, дома похолены, бьем только трэш. Пес, выноси метку. Беги, малышка, беги! Бля, чуть не умер. Цепуха где? Танка, цепуха и кота. Объясню отметка. Прожал клятву, прожмись БДК. Уклонский дай каплю. Уклонский каплю на Атма. Побежали метеор. Свет не бьем? Свет бей, 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 свет бей. Сверху. Доходки до пизды. Талев, квадрат. Каплю дайте, дайте каплю. Дал каплю. Доксон, метка, кожу прожми. Нечем хилить. Доксон, подними керза быстро. Олег, там гимн тотем надо. Дайте мне этот какой. Давай тотем. Тотем ставь гимн на ману. Оставила. Фокс отметка, инеры. Заливайте шаману. Аплбокс, поднимай Таргариена. Побежали метеор. Веснот, поднимешь Доксона потом. Смотри назад метку. Попробуй поднять Доксона ради Всевышнего нашего, блядь, спасителя земли. Все, бей трэш, потом, потом, бей трэш, потом. Тьма, стопайте дамаг, про сакру дал. Тьма, стоп дамаг. Поклонский, дай каплю на Аква. Не надо, да, пока не надо. Тьма, стоп, дамаг. Сейчас сдохнем, блядь.
рейди, давай Сакру. Им на отхил даем. Там уже все. Да, там уже все. Да, я сначала бы дал опор. Беги, малышка, беги! Вы упали, алло? Да. Да. Хули вы молчите-то, блять? Мы здесь живем, хилимся, нахуй. Тренировка. Это может давайте уже лучше завтра бьем? Я уже спать хочу. Да давайте просто договоримся стопать заранее. Ну типа там, чтобы перекоса не может было. Может быть просто людям секрет открыть, нахуй, чтоб вот посреди экрана сверху есть проценты такие, блять. Мак, плохие люди, не стопнули дамаг, конченые немного. Да, это кто не стопнул? Это во тьме. Это во тьме не стопнули. Сейчас люди, которые не стопнули дамаг, если сейчас 8 трупов от лужи в свету, шаман умирает, за ним 2 мага, лок, охотник. Я слышал, 2 мага. Я нормально жил до конца, пока не упали. Не, я согласен, что про лужу, но... Метеор, что ли? Да. Там БДК просто упал и... Ну то я ластерей, потом спать пойду. Дальше. Кёрс, если ты фуловый охотник, умираешь от трэша, то я тебе и ничего не скажу, потому что если я скажу, то это будет для тебя очень обидно. За напульщика умирать от трэш. Вот что я скажу. Но если ты не успел прожать, то это твои проблемы. Эффект взрывной ловушки 19577 за весь бой, 0,5%. Мне не о чем с тобой говорить. О чем Ордон уходит? Дайте шкаф. Оставьте маму, пожалуйста. О, слышишь, не вешай КД ему. Пускай лучше он, ну, сразу на рогу зайдет или хента. Или, ну, какую-то нормальную там. Что выдохнет. На рогу нужно срочно. Да, да, да. Потому что у вас с трэшем проблемы. А во тьму вот. Трэш как карточный домик падать начнет. Во тьму, кого во тьму? Африка в натуре, блядь, выкинь нахуй. Ладно. Вот будет, вот охуенно будет сразу. Даня, спасай, короче. Самые выгодные цены. На рогу? Да, на рогу заходи. Сейчас ты все увидишь. Лазипан, на кого ты орехи кидала? На Акма? Да. Ну вот, что у меня есть. Алексей. Максимус, в РК? Слушаешь? Да. Смотри, ты сейчас будешь не в свету дамажить, а во тьме. То есть вторая фаза заканчивается, ты остаешься во тьме дамажить. Понял. Хорошо. Ты к этим усу. Давайте бафы. У меня найдется все, что тебе надо. Какие символы WhatsApp? Хитрости? Ну, танк будет получать меньше урона от дыхания и меньше захила от всего, поэтому лучше не кидать это. Там же все написано. Чек на пул. Чё как в Лондоне?
отлично. Тесто, холодец готов. Давайте, за линию зашли. Макгрегор, начинай. Квадрат побежали. Макгрегор, прожмись. Ходи, сразу заходи. Рейд зашли. В это оставайся, четвертой пати остаемся. Взрывом разум убей. Каплю кинул тебе. Погоди, брыч. Да, я сам. Тихо слышно. Может там... Не могу играть. Уже заебался. Сколько там процентов, когда зайти можно? Беги, малышка, беги! Сейчас. Давайте заходим. Зипанк метка. Как умирает. Лезвие. Походу лезвие идет. Кто бы фридом бы дал, я бы успела выскочить. Встанешь? Нужно метку правильно выносить. Все потом. Встанешь сейчас или нет? Нет. Сададим. Блять, я хуею с тебя. Я тебе покинул за это. Доксон, поднимай лазипанк. Готов, бокс, поднимай лазипанк. 30 секунд, 30 секунд. Кинулся в квадрат. Яра не было. Я в курсе. Шумом был. Бежали метеор, тьме дали рост. Сакру давай. Злоб отметка. Поднял. Она не встает. Пиздец, блядь, через 20 лет встала. Реально уже эмоции. Поднимайте огни жёлтые. Побежали метеор. Свет больше дамаги у Халиона. Дай каплю. Поклон, дай каплю. Каплю на аква.
Так, падаем. Блять, какого хуя мы не маленький трэш? Я даже не дал нихуя. Шана, ты так, конечно, раскрыл вообще. Чего? Да я уж так и видно, блядь. Так, Лазипам, давай камень Долоран или заходи на ДД. Это меняй меня, Олег, я уже все. Ты че, блядь, гасишься, заебал? Подымаешь еще кого-то. Да все уже, какой дамаж, у меня уже голова, блин, не 4 часа в квартире осталось поспать. Ну ладно. Тупо сейчас из-за ПКД падаем из-за шамана уже, блядь. Короче, вот смотри, я не знаю... Я это заебал уже. Ты понимаешь или нет, вот, ну, озвучка у тебя включена в игре. Когда идут лезвия. И ты бежишь к хвосту туда, блядь. У тебя в голове должно такая хуйня, табличка быть. Я, блядь, неправильно делаю, блядь. Бежишь за шариком, который бежит... Ну, не в него бежишь, а между двумя шариками надо по ходу бежать. А тебе похуй, ты бежишь в хвост, блядь. Нахуя ты так делаешь? Скажи про остерегайте стены. Остерегайте стены за 5 секунд до появления лезвия, говорит Леон, блядь. Если на тебе метка, и ты не говорит, как передает стене, значит назад. А вообще, если ну, не ориентируешься, первая назад, ой, блядь. Короче, они чередуются. Одна без лезвия, вторая с лезвием и так далее. Не, третье лезвие. Кто на шаму зайдет? Правда. Две лезвия назад, две назад, одна вдоль лезвия, третья. Еще раз, четвертая, пятая назад, третья вдоль лезвия. Вот так, две назад, третья. Че ты рассказываешь? Все эти последовательности, это поебать вообще. Началось... Это все хуйня. Есть метка, и ты думаешь, куда ее нести. По ходу движения между двумя шариками. Все, блядь, ничего больше не надо объяснять. Давай я попроще скажу. Смотри, если на тебе метка, и эта метка это остерегайте стены, то ты идешь по ходу лезть. Если остерегайте стены нет, то ты идешь типа назад, где свободное место, и забиваешься, все, блядь. Ты уже раз пятый, наверное, забегаешь. Блять, идут лезвия, ты в хвост бежишь. Какой фридом? Тебе там никакой фридом не поможет. От шарика пульсация 15 метров идет. В секунду наносит 100 тысяч урона, блять, там ваншот. Кому ты это рассказываешь? Ретри, она воркающая? Он мне рассказывал, я не знал, что от них 100 тысяч урона в секунду. Просто толку, человек этого не понимает, не хочет понимать, наверное. Все она понимает, блядь, научится когда-нибудь. Интересно, а бабл спасает от лезвий? Нет. А, от лезвий-то? От лезвий, да, от шарика, по-моему. Да, нет. Чё, ты завтра будешь в игре или нет? Спасает. Ну, нет. Ну, я не уверен, спасает или нет, поэтому советую потестить. Да, тестик ничего не спасает. Ни бабл, ни глыба. На сколько сможешь собрать РСПКД? В любое время. Что? Любое время. Вот, давай 19 поставлю. Да, мало людей придет. Лучше 19.30 поставь. А лучше еще после 8, потому что я, ну, до 8 точно буду залнать. А лучше 8 поставь. 8 или 9 часов, это я. Мало. 10 ставь. С 19 до 9 добежали, блин. О, 8 часов.